Добрый вечер. Поселок Варкаши, девушки Андрейчина и Чанка. Я исполняю свою песню, которую он написал. Называется она «Но скажи или боец». Специально для вас, дорогие гости. Поехали! Ты ушла от меня, как парень совсем. Знаешь, всякое в этой жизни бывает. Нет работы, ни денег, ни куча грузей. Но меня это не выручает. Бьюсь день и ночь, чтоб что-то пожрать. Собираю копейки под костянки бутылки. Дорогие мои, по меня не сломать. Я живу ведь один на этом празднике жизни. Жизни он меня оберегает, а судьба, а что судьба? Она, знаешь, всякой бывает, бывает, но скажу вам одно, тут всего лишь один. А дорог, дорог много бывает, все зависит только от нас. Ту ли ту мы дорогу выбираем, выбираем. Но скажи, почему солнце ярко на небе светит? Но скажи, почему нет зимы на этом свете? Но скажи, почему солнце ярко на небе светит? Но скажи, почему нет зимы на этом свете? Не бойся никогда ничего. Нужно только бороться и идти лишь вперед. Твое место не сломался, ты полный урод. Но скажи, почему слезы ярко на небе светит? Но скажи, почему я не вы на этом свете? Но скажи, почему солнце ярко на небе светит? Но скажи, почему я не на этом свете не один? Путь мой этот, идти до конца, и будь что будет. Вот такая вот песня для вас. Друзья, никогда не сдавайтесь. Будьте всегда первыми.